сорт сверхострого перца Пхутла Гольд, Пхутла Золотой. Этот перец относится к виду Capsicum chinensis. Высота такого растения может достигать от 60 сантиметров, если выращивать на открытом грунте, и где-то около метра, это будете выращивать в теплице. Ну, также где-то 60 сантиметров он будет, 50-60 сантиметров, если будете выращивать в горшке. Это такие вот перчики. Острота у них от 800 тысяч до 1 миллиона скобелей. Это очень-очень острый сорт. Вот такие вот красавцы. Структура у него пупырчатая. Он созревает от зеленого цвета. Вот начинает сверху желтеть и становится такого вот желтого цвета. Этот сорт многолетник. Его можно выращивать как в открытом грунте, в теплицах, так и на подоконнике. Срок созревания такого перчика от 100 до 120 дней. Если будете выращивать в теплице, он гораздо быстрее вызревает, чем, к примеру, в открытом грунте. Давайте рассмотрим этот перчик поближе. Вот такая вот у него пупырчатая структура. Он в нижней части желтый-желтый. Чем выше, тем становится слегка оранжевым. Вот такие вот красавцы. Они не очень большие по размеру, если сравнить с моей рукой. Давайте взвесим какой-нибудь, возьмем побольше, наверное, и посмотрим, сколько же он весит. Так, весит он 12 грамм. Посмотрим другой. Ну да, 12 грамм. Сейчас разрежем и посмотрим, какой он внутри. Вот так выглядит перчик внутри. Стеночки где-то 1,5 миллиметра толщиной. Плоть довольно-таки упругая. Вкус у него такой цветочный и немножко напоминает хабанера. Но вкус мягкий-мягкий. Не такой резкий, например, как у хабанера. Такой вот красавец. Внутри он тоже желтый. И нижняя часть у нас выглядит вот так. Тоже стеночки тоненькие. Очень хороший и плодовитый сорт. Выращивайте такой перчик у себя дома, в цветочных горшках, на своем дачном участке. И пусть он вас порадует большими урожаями.